Волгодонский предприниматель завоевал почетное серебро в региональном этапе конкурса «Молодой предприниматель России-2013» в номинации «Сфера услуг». Поздравления и диплом Андрей Рязанович принимал сегодня из рук мэра города Виктора Фирсова на традиционном планерном совещании в администрации. Как признается молодой человек, поучаствовать в конкурсе решил скорее из намерения приобрести опыт общения с коллегами, чем из намерения победить. Честно, хотелось бы просто поучаствовать, пообщаться с людьми. Как бы не было такого сильного желания, что, ну, не то что желания, а цели победить. Да, я был просто участником, хотелось просто получить какой-то опыт и поделиться своим. В общем, этот диплом для меня небольшая награда за мой тяжелый труд. 5 ноября в городе пройдет фестиваль народов Дона. Об этом присутствующим рассказала начальник отдела по молодежной политике Елена Оленюк. Свое участие в этом празднике подтвердили уже 11 народностей. Свои двери для зрителей и участников фестиваль распахнет в 15:30, а пройдет он в Дворце культуры имени Курчатова. Здесь всех желающих будет встречать тематическая выставка, а участники продемонстрируют национальные костюмы, традиционные блюда, расскажут об истории своей народности и национальной символике. Продолжится фестиваль уже на сцене ДК. Здесь участники представят творческие номера, в которых попытаются раскрыть культуры, традиции, обряды своего народа, исполнят произведения фольклора на национальном языке. По итогам мероприятия все участники получат памятные подарки. Уже несколько лет мы приняли решение не выбирать победителей, а награждать всех и всех награждать памятными подарками лауреатов фестиваля. Это позволяет нам избежать соперничества и наполнить фестиваль духом общности и единства.